В минувшую пятницу на базе школы номер 4 аула Хачимзи состоялось мероприятие «Больше, чем поход», в котором приняли участие члены Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» четырех школ Кашхабльского района. Ребята отправились в поход по значимым для района местам, а также приняли участие в эстафете, в ходе которой им предоставилась возможность показать свою физическую подготовку. Маршрут выбрали несложный, чтобы даже неподготовленные участники похода смогли с легкостью преодолеть путь. Сегодня на базе средней общеобразовательной школы номер 4 АО Хачимзи будет проходить квест-игра «Поход от определенной точки до поставленной им задачи». Что будет происходить на этом походе? На конечной точке будут происходить квест-игры, где будут участвовать 4 школы Кашхабльского района. Это СОШ номер 4, СОШ номер 3, СОШ номер 6 и СОШ номер 1. На этом мероприятии будут происходить футбольные, волейбольные, эстафетные игры. Организатором этого движения является молодежная организация Кашхабльского района «Движение первых». В конце проведения квест-игры будут вручаться медали, кубки и памятные футболки. Участники мероприятия провели время в живописном месте у реки, наслаждаясь свежим воздухом, участвовали в веселых стартах. Атмосфера была теплой и дружеской. Такие формы активного отдыха не только помогают детям снять утомление, повысить работоспособность, но и способствуют всестороннему развитию личности, а именно таких ее качеств, как самостоятельность, инициативность, решительность и смелость. По итогам места распределились следующим образом. Первое место заняла школа номер 4 аула Хачимзи, второе место – школа номер 3 аула Егерухай, третье место – школа номер 6 поселка Дружба. Первое место предоставляется аулу Хачимзи. СОШ номер 3 аула Егерухай. Третье место предоставляется СОШ номер 6 Все достойно себя проявили, выполнив задание на отлично.